вот-вот грядет финал. А вроде ты еще хотел начать, когда вскрывается печать и сопка песен не дает молчать. Когда в жару дымит пустырь, там где когда-то дерево росло. Когда ты в лодке долго плыл и вдруг сломал последнее весло. Когда в глазах не мой вопрос и не с кем пообщаться тет-а-тет, тогда тебе я предложу один простой, но действенный совет. Сходи под душ, отведай чай, надень ботинки и накинь пальто. И забираясь на карниз, с улыбкой просто выходи в окно. Ну вот и все, ты наконец-то сделал этот шаг. Ведь в этом стейке передряг, твоя персона самый главный баг. Проходит мимо пешеход и проезжает велосипедист. Лежишь недвижно на земле, а на тебе лежит кленовый лист. Да я что я все пою, и поплотнее окна я закрыл. Конечно, были времена, я понимал тебя, когда ты был. Когда ты пил, когда стонал, когда хотел гитару разломать. Но если вышел ты в окно, я это не смогу никак понять. Похватали микрофоны, всем раздали свет. Прожектор в темном зале, лишь бы выдержали струны в микрофоне. Голос юный, мало света, много шума. Сколько календарных прожил я дней, но это состояние все сильней. Сколько мне отбило сердце вперед, но это состояние не пройдет. Нет, нет. Будет тени, будет пища, будет сто и будет тысяча из-под пальцев бьет. Кровища, громкий звук по стенам липнет. В микрофоне голос сипнет, если шепчет, скоро вскрикнет. Сколько же земных потратил я дней, но это состояние все сильнее. Сколько бы не отбило сердце за год, но это состояние хрен пройдет. И голос до больного крика клей расходится на стыках вход. Нашли, забыли выход. Шнур попал под чью-то ногу. Микрофоны бьют тревогу с ультразвуковым порогом. Сколько же к чертям угробил я дней, но это состояние все сильнее. Сколько мне отбило сердце за год, но это состояние хрен брать. Сколько же к чертям угробил я дней, но это состояние все сильнее. Сколько мне отбило сердце за год,
но это состояние хрен, хрен пройдет. Летели сюда сквозь кротовые норы, чтоб скорее открыть этот ящик Пандоры. Мы проделали путь до далеких галактик, чтобы там невзначай бросить под ноги фантик. Обалденный полет среди пещер и обугленной лавы. Погуляли на славу, и внутри живота вот потрогай почти что ручные, в нас резвятся чужие. Я был как все и играл на гитаре, и таскал алкоголь только в правильной таре. Никогда не сжигал кнопки вызова лифта, никогда не писал СМС крупным шрифтом. А теперь черти где, среди пещер и обугленной лавы. Погуляли на славу, и внутри живота вот подругой такие смешные, копошатся чужие. Не стать чьим-то коконом жертвой измеряется здесь в сотых долях процента. Разъедают металл загустевшие реки, но зато здесь плевать на проценты ипотеки. Лучшая из планет среди пещер и обугленной лавы. Погуляли на славу, и внутри живота вот потрогай почти что ручные, в нас резвятся чужие. Да лучшая из планет среди пещер и обугленной лавы. Погуляли на славу, и внутри живота вот подругой такие смешные, обошаться чужие. Спасибо.
равно удален от двух берегов. Я застрял в попытке пройти этот мост. С этой стороны я на ту не готов, но с этой стороны у меня передоз. Помню, как держа в руках автопортрет, помню, как его поглотила вода. Думаешь, пойду назад, а вот и нет. Думаешь, пойду вперед, а вот и да. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Равно удален от двух берегов. Я стою на мосту уже битый час с мыслями о том, что как будто готов. И что у моста ненадежный каркас. Все это похоже на конченый бред и попытки вырваться из-под льда. Думаешь, мне весело, а вот и нет. Думаешь, мне боязно, а вот и да. Раз, два, три, четыре. Шаг вперед, и заскрипела доска. Через 10 метров проверил свой пульс. 20 метров и состояние броска. 30 метров и, наконец, разбегусь. В новой стороне я лишь чей-то сосед. Кто-то тут прижился еще до меня. Может мне расстроиться, а вот и нет. Может мне не париться, а вот и да. Летом много света этим жестам нужно место, место, место. Спасибо. Заросшим пустыре движение начиная с экскаватор роет котлован. И ограждение ставится рядом, тут же вырастает кран. Заезженный скрипучий поднимает блоки по утрам и по ночам до кучи. Очертания дома с каждым днем отчетливо проявляется то, что было щебнем и песком. Высотку превращается этаж, этаж за этажом. О, именно так получается дом. Этаж, этаж за этажом. Да, именно так начинается дом. Все выше тянется, растет, но крышей вдруг обрывается. Кто-то в это здание войдет и навсегда останется. Кто-то свет зажжет в своем окне, за окнами будет вечер. Я, поющий рядом во дворе, останусь им незамечен. Этаж, этаж за этажом, именно так получается дом. Этаж, этаж за этажом, да, именно так начинается дом. Этаж, этаж за этажом, именно так разрушается дом. Этаж, этаж за этажом, именно так разрушается дом. Идет у нас нос и в попыхах выносим последние вещи. Мы бам, еще раз бам, и по стене забегали свежие трещины. Бам, еще раз бам, и этажи слагаются в одночасье. Просто встань подальше и смотри на все это безобразие. Этаж, этаж за этажом, именно так получается дом. Этаж, этаж за этажом, именно так начинается дом.
называется «Противостояние». Начинается отчет, и размеренно идет, навалился и ползет переполненный комод. Если хочешь, насмотри, как устроено внутри, только ворошить не смей положение вещей. Спасает нас обед, это пачка сигарет, белый снег и серый лед. Да это каждый здесь поймет. Ждешь на кухне перемен, собирайся, хватит всем, но романтики не жди. Без романтики вожди, мой взлеленный покой облепил пчелиный рой, беспорядочно живой и кусающий порой. Дальше будет веселей, одновременно больней. Это ядерная смесь, распылиться будет взветь. Готовься, это будет противостояние. Мы переходим все в другое состояние. Я не хотел бы, чтоб мои слова звучали в назидание. Я не уверен, что ты правильно поймешь мое послание. Я не перейду на крик, все, что будет мышкой клик, прямо в уши изо рта разливается вода. Если говорить про план, это все такой баян. Если же поглубже влезть, что-то новое в нем есть. Что спасает нас от бед, это пачка сигарет, белый снег и серый лед. Да это каждый здесь поймет. Ждешь на кухне перемен, собирайся, хватит всем, но романтики не жди. Без романтики вожди, готовься, это будет противостояние. Мы переходим все в другое состояние. Я не хотел бы, чтобы мои слова звучали в назидание. Я не уверен, что ты правильно поймешь мое послание. Спасибо. Все коммутаторы на старт. Лампы питания горят, тянется оптоволокно прямо в подъездное окно. Дальше по трубам Ethernet, в двери железные продет, и на другом конце коннект.
роутер обеспечен. Снова монитор горит, и снова, и снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Снова монитор горит, и снова, и снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Не мешай. А если честно, наплевать на перемятую кровать, на перемятые цветы. Мне, если честно, до звезды тянется автоволокно, и прямо в подъездное окно. Все это можно изменить, если придумать как. Но снова монитор горит, и снова, и снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Снова монитор горит, и снова, и снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Не мешай. Кто же повинен в этом всем? Если порыщем, то найдем. Первый по списку общих бед, вечно виновный президент. Тянется автоволокно, и снова в подъездное окно. Как это он не уследил и не предпринял меры? Снова монитор горит, и снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Снова монитор горит, и снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Произвол. И снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Произвол. И снова я смотрю в него всю ночь до полшестого. Произвол. Спасибо.
Вечер незаметно пролетит, а роддом как был, так и стоит. Хор новорожденных голосов крикам радует своих отцов по залету или по любви. Каждый день выходит на УЗИ чья-то вылетая копия с первой датой для надгробия. Как же нашего мы назовем? Доставай скорей словарь имен, все страницы в нем переберем, имя необычное найдем. А за окнами смеется Бог, в роддом идет сплошной поток всех радиющих и страждущих, и оставить след желающих. По дороге едет скорая, там еще одна готовая, а в роддоме с ночи до утра умножение идет на два, умножение идет на два, а из уст в уста идет молва, будто полная бессмыслица в этих умножениях видится. Палаты выше девочки и по стеночке держа за живот, за талию и по кафелю эти лица изнемогшие, материнские, хорошие. По утрам за навесками у окна стоят с младенцами, а под окнами геройские лица юные, отцовские, осмелевшие от радости принесли цветы и сладости. Выходит из роддома мать, но недолго месту пустовать через из улицы и стены, слышишь долгий вой сирены. Это снова едет скорая, там еще одна готовая, а в роддоме с ночи до утра умножение идет на два, умножение идет на два, а из уст в уста идет молва, будто полная бессмыслица в этих умножениях видится. Спасибо. Огненная сфера по соседству с солнцем, и на нас несется головокружение, на сетчатке жжение, яркость на пределе. Как хотели крупную комету, да в нашу мы планету. Картинка узнаваема, но непередаваема. В нашу мы планету, да крупную комету. Картинка узнаваема, но непередаваема. Стратегические, баллистические запускаем выше, и срывает крышу, кто под воду глубже, кто стоит на суше, кто свернулся в ванне. На прощание в нашу мы планету, да крупную комету. Картинка узнаваема, но непередаваема. Крупную комету, ой, да в нашу мы планету. Картинка узнаваема, но непередаваема. Но непередаваема. На-н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 а-
И тогда уж точно каждому и срочно будет повод взяться и с другим обняться и поцеловаться и в любви признаться, восхищаться мигом перед взрывом крупную комету, да в нашем бы планету картинка узнаваема, но не передаваема, в нашем бы планету, ой, да крупную комету.